Доброе утро! Всем привет, ребята! Соня со своим бэйби. Но мой бэйби спит. Спит, да? Надо тише говорить, да? Вот так. Вот так, да. Я сейчас... Давайте я вас вот так поставлю. Отправила посылку, сумку. Я так торопилась. Заезжаю возле своего дома. В отправочный пункт. Закрыт на отпуск. Ну вот... Пришлось заехать с другой, но там вроде сдала. Куда мы едем? У нас сегодня суббота. Что по погоде? 14,5 градусов. Ну, кстати, как будто 17. Вот так. Я надела вот эту вот курточку, у меня есть от Claudie Perle. Не знаю, как его говорить. Я ее когда-то купила и, может быть, носила всего один раз. И каждый раз при разборе гардероба все никак от нее не избавлюсь, потому что, в принципе, она мне нравится. Просто она более такого... Она не оверсайзная. Сейчас все куртки оверсайз, да, как-то вот, которая по фигуре. Ну, она, конечно, не то, что по фигуре, но узкие, да, вот узкие рукава, узкий такой крой. Они как-то, ну, не модные, что ли. Вот, ну и, по крайней мере, долгое время вообще были нет, а все оверсайз, верхняя одежда. И как-то она мне сама себе нравится, ну вот, ну, не вписывалась, как и скини-джинсы, да. Я, от них я долго избавлялась, не могла представить себя в других. Сейчас вообще не могу себе представить скини. Хотя я скини обожала. И сейчас как-то я похудела. Как так я похудела? И... Она уже не прям такой блефон, и решила надеть. Вообще классно, мне нравится цвет, и у нее такие детали ярко-неоново-желтые. И мы вот... Ой, как хорошо в очках, боже, надо было давно тряпочкой специально протереть, а то я всю одежду протираю, но не протирается. Они, очки. Мы едем в книжный магазин, я хочу купить пару новых книг для Сони. Хотя у нас много, да, но как-то уже все прочитали по много раз. Есть, конечно, парочка, которые... не прочитанные, но она их не хочет. Она их не хочет читать. Вот. Какую ты не хочешь? Нет. Зеленую грушу ты не хочешь читать. Приключения гигантской груши. Да. Такая интересная, мне самой нравилась. Давай почитаем ее. Я тебе покажу дома потом, да, приедем. Мне так нравилось, там такой интересный сюжет. Вот. Так что едем, во-первых, это приятное времяпрепровождение. Соня там играет, что-то выбирает. Она взяла с собой куклу. Молочко она ей взяла. Будет играть там в дочки-матери или по-немецки. Да, вот смотрите, тоже отличие. У нас игра называлась «Дочки-матери». А в Германии эта игра такая же. Называется «Мутафата Кинд». Мама-папа-дочь. Мама-папа-ребенок. Даже игры у нас «Дочки-матери», а здесь «Мутафата Кинд». Мама-папа-ребенок. Соня так говорит. Мутафатакинд? Там есть мутафатакинд. Папа. Мама. Швеста. Сестра. Не, это сестра. Швеста по-русски это сестра. Вот. Угу. Еще. И кто еще? Швеста, бруда? Нет. Только вот они. Только они? Да. Сестра, мама, папа? А сестра чья, мамина или папина? Или это их дочка? Мамина. Или это их дочка? Дочь. Мальчик. Мальчик? Это не бывает сестра. Что-то ты запуталась, дочь. Швеста – это сестра? Нет. Да, по-немецки? А Эйтан? Эйтан – это родители. Эйтан. Эйтан? Да. Это сын. Для родителей, для мамы и папы он сын. А если бы у него была сестра, он бы для нее был братом. Брат. Вот Руслан, твой дядя Руслан, для меня он брат. Открытие. Он мой брат. Когда я рассказывала, что ее бабушка с дедушкой это моя мама и с папой, она... У нее был взрыв мозга. Она мне доказывала, что нет, что это бабуля с дедой. Никакие не мама с папой. В общем, да, едем за книжечками. У меня какой-то последние дни напал на меня шопоголизм. Да? Он у меня периодически то возрастает, то
так, в границах. То есть иногда, да, я там заказываю, ну, потому много, ну или часто заказываю, потому что мне действительно нужно, да, вот я похудела, мне нужно было летний гардероб, теперь мне нужно осенне-зимний гардероб, потому что все прошлогоднее, осенне-зимнее, на мне просто оверсайз, на мне все огромное. Поэтому, естественно, надо будет покупать. Иногда я делаю много заказов, потому что надо. И тогда я действую с холодной головой, я выбираю конкретно то, что мне надо, остальное отправляю. А иногда у меня бывают приступы, на меня нападает хачун, и я начинаю прям, вот у меня, ну я не знаю, может быть, как у наркоманов ломка, да, вот прям хочется и все. И вот мне сейчас, последние дни, чувствую, мне прям хочется что-то купить. И, конечно же, правильнее было бы посидеть, подумать, что это сейчас во мне, что действительно происходит, почему я хочу сейчас. Это же все какое-то избегание чего-то, да, когда мы фанатично там пускаемся во все тяжкие, в трудоголизм, шопоголизм, алкоголизм, в игроманию, да. Это мы от чего-то бежим. И, но, так как все-таки это не алкоголизм или игромания, то... Я готова срочить анализ и немножечко пошопиться. Ну, хотя бы я пытаюсь... Ну, вот книжки, да, вроде как полезненькое что-то. Интересненько. И к тому же их много не скупишь, это не так дорого, да. А, там на 50-100 евро можно провести, во-первых, кучу часов в магазине, тебя уже это успокоит, классно, что ты что-то выбираешь. А, то есть столько времени вроде как отвлекаться, и у тебя еще будут покупочки, и все это за, ну, можно там взять себе бюджет 50-100 евро и вот, да, купить, что там книжки стоят от 5 до 30 евро в среднем. Ну, от 10 до 30. Могу доехать.
Я знаю, что завтра должен быть маратон. Марафон. По-немецки маратон. Марафон. И, возможно, он уже и сегодня есть. Там, короче, все перекрыто. Я 5 кругов по одному и тому же месту навернула. Смотрите, кстати, какая. Вот это, по-моему, синагога. Нет, это не синагога. Вот это впереди коричневое здание. Красиво. Или это синагога? Короче, я не знаю, как ехать. Он меня ведет туда, куда нельзя. Нет, это вроде бы не синагога, но тоже красиво, да? Это почта. Это всего лишь почта. Она была на Канштрассе ехать в какой-нибудь... не в какой-нибудь, а в книжный, который маленький. Хотя, я знаю, есть еще пару книжных у нас, оказывается, русских. Но это сейчас надо искать. А? Что происходит? Тут тоже перекрыто. Это капец! Какие-то столбы. Как тут ездить? Как вообще они тут живут? Куда ты идешь стоять? Боже мой, как мне доехать, ребята, до книжного? Я ума не приложу. Мне надо как-то... Почему навигатор-то не перестраивается? Я не понимаю. Все тут ходят по проезжей части, просто как будто это тротуар. Медленно, не спеша. Я выехала из дома в 12:30. Сейчас 3:00. Я не могу до книжного доехать, как вам такое? Я 1.5 часа в дороге. Я бы уже могла, я не знаю, на море вверх туда приехать. Ну, почти. До Хали я могла уже до родителей доехать. Это катастрофа какая-то. Тут он мне показывает 4 километра, 4.5. 20 минут. Это что вообще такое? О, как узко. Подъехала с какой-то стороны. Сейчас посмотрим, сколько отсюда идти. У нас бывает ходить, мама. Давайте, когда-то мы еще немножко ходим. Сейчас нам надо дойти, пока дождь сильно не пошел, дочь. А то потом мы промокнем. Так, мы пришли в русский дом. Зашли в туалет. Дай ручку мне, нам сюда. И мы сейчас проходили мимо бомжа, и Соня начала петь песню «Всем на свете нужен дом, людям и зверятам». Так, мы сейчас хотим тут перекусить что-то.
Ну, я вообще не хочу, Соне надо покушать, пообедать. Посмотри, там нельзя. Учитывая, что мы полтора часа ехали, да, час, полтора. Угу. Перекусим, и рядом тут книжный. Скользко. Да, поэтому аккуратно. Вот там в кафешечке в русском доме перекусим. Ну, я же тебе сказала. А потом ко мне. Попросила фотку у Мишки. Класс. Ну что, ребят, два пакета книг, два пакета. Ну и что вы думаете? Мы вышли из магазина, я иду к моей машине. Тут было загорожено. Все убрали вон туда. Вон, видите, вон белые эти штуки, вот. Все, их убрали, теперь можно проезжать. На вопрос чуть попозже. Выехать. Блин, я так замерзла. Я просто в футболочке коротенькой, в пузо задувает. Туда в рукава задувает, они, получается, у меня до локтей открыты. Хотя показывает 19 градусов, но нет, реально. Вот сейчас будет, я бы сказала, 14. Еще ветер такой дует, дождик шел. Соню-то я там майку, кофту, еще одну кофту. А я что-то так особо оделась. Хотя я планировала после магазина книжного где-то просто погулять. И как я хотела вот в такой одежде гулять. Мне, кстати, кольца стали большими. Представляете? Ну, вот это еще держится. Хотя это и то одного размера от одного бренда. И что ли, пальцы тоже похудели. Так, мне надо купить, заехать что-то из продуктов. Мне надо хлеб купить. Завтра буду бутербродики делать. Огурчик. Огурчик хочешь? Тебе огурчик. Мне огурчик? А тебе морковку? Почему? Соня себе, знаете, какую книжку выбрала? Она выбрала себе наклейки, там разные раскраски, это окей. И выбрала какую-то для трехмесячных детей. Там просто 4 картинки кошки, собачки, зайчика. 10 евро. Раскраски такие мелкие, там по 35 центов. Вообще супер. Так маленькие такие с собой брать. 35 центов. Что в наше время стоит? 35 центов! Чупа-чуп стоил 50 центов. Вот. И какие-то раскраски побольше, они по евро с чем-то, по 2 с чем-то. А тут просто в книжке 4 картинки. Кошка, собачка, зайчик и уточка. 10 евро. Странно. Хотя есть куча классных других содержательных, прикольных книг с иллюстрациями. По 7, по 9, вот так вот. В общем, книжки я вам покажу потом дома. Угу, аккуратно ешь. А мы в магазин. Так, вот очередная очередь за дёнером. Вот сюда. Что там у них происходит? Какое-то волшебство. Мама. Вот эта очередь, она тут круглосуточная. И такая же там за сосиской. Чуть дальше. Ой. Ой, нет, за сосиской. Не так плотно. Ой, задушишь. Вот так я люблю. Mm-hmm. Так я... Как я тебя больше всех люблю. А я тебя. Mm-hmm. Где тебе еще ответить? Mm-hmm. Где тебя папа сидит? Там где-то кого я посидел. Это секрет, я зубы. Секрет, да? А и сюрприз. А, и сюрприз. Это я тебя больше всех люблю. А я тебя. Кого я больше всех люблю? Ты меня любишь? Я. Кто меня больше всех любит? Я. Кто моя любовь? Я. Кто моя зубка? Кто моя маленькая зубка? Я, что ли? Маленькая, вот
такая. Маленькая жопка. Любимая жопка, я тебе говорю. Вот это моя жопка. Я? А кто моя принцесса? Я! Кто моя принцесса? Я. А кто моя красавица? Посмотри на меня. Мы к магазину подъехали, я просто засыпаю. Кто вот это моя время? Любовь? Я. Кто где-то с пяти беседа? Вечера. Я. Она кто повторяет за мной. Кого меня любит? Я. А с моя... четырех или с пяти вечера до девяти. Кто любит вырубает. Мы дома, мне пришло платье на размер больше. Но оно, правда, мятое. Но мне это мне уже не нравится. Оно какое-то очень большое. Хотя мне какое-то длинное очень. Ну, для моего роста не то. То лучше сидело, но здесь не закрывалось. А это прям огромное. У них так странно, то платье 32-34 размер, а это 36-38. Могли бы сделать еще 34-36. Не, ну это огромное. Я так и не могу определиться с обувью. Сколько я не ищу, не могу найти вот потемнее, но вот тоже, чтобы такие широкие были. Могли бы сделать еще 34-36. Не, ну это огромное. Я так и не могу определиться с обувью. Сколько я не ищу, не могу найти вот потемнее, но вот тоже, чтобы такие широкие были. Либо повыше есть. Не знаю. Мне вот потемнее, конечно, больше нравится. Хотя эти тоже симпатичны. Не могу решиться. Сонь, под этот наряд просто идеально. Ну-ка, повернись. Тихо. На лошади ты скачешь? Так, давайте покажу, какие книжки я купила. Вот эти вот. Это не книжки, это так. Наклейки, раскраски. Вот это вот классно, да? Вот такие маленькие можно брать с собой. Соне сейчас нравится что-то раскрашивать, поэтому тут и наклеечки с единорожками. И, да, маленькую покинул. Надо еще какой-то набор маленький купить, карандашей или фломастеров, чтобы в сумочку помещалось и с собой. Вот, вот такие наклейки разные. Она уже в машине там понаклеила. Куча всего. Такие милые. Блин, я помню в нашем детстве, в моем, там найдешь каких-то... Сейчас наклеек на любой вкус и цвет просто тонны. Раньше там не так было. Не так. Дефицит ощущался. Ах, мне бы вот это все в мое детство. Вот такие. Еще мини-раскрасочки вот эти, я сказала, по 35 центов. Это вообще что такое? Я думаю, тоненькие листочки, лучше карандашиком. Ну вот, но зато, да, классные большие картинки. И тоже такие вот именно с собой, чтобы брать. Мне вот такие удобно. Так что взяла. И раскраску на побольше. Здесь получается вначале наклейки. Ты клеишь вот в это окошко наклейку. И потом смотришь по цветам и срисовываешь. Тоже мне понравилось, что довольно-таки большие рисунки. Тут можно уже и кисточкой. Так, книжки. Откуда прилетает сыр? Так мне понравилось. Во-первых, оформление, иллюстрации. Посмотрите, как красиво. Как же мне нравятся книжки, особенно детские. А здесь, значит, про сыр. Как вы поняли, мышки. А вот смотрят на Луну, думают, может быть, это оттуда. Немного текста. Очень красочно. То есть рисунок прям такой, да, не отдельно где-то иллюстрация, а, грубо говоря, рисунки и где-то там текст чуть-чуть. Вот, ну очень красиво, мне понравилось. И тут такие диалоги, даже что-то типа комикса, да. Вот, я думаю, что, скорее всего, Соня эту выберет сейчас перед сном читать. Корине Джампалья или Джампалья от Вилли Винки издательства. Элла и волшебная яблоня. Книжка, я Соне говорю, Соня, смотри, книжка про Эллу, про мою подружку. Я говорю, да. Тут совсем другие рисунки, такие более нежные, но не менее красивые. Я все время заглядываю, потому что я не пойму, видно вам, не видно. Я так чуть-чуть почитала, мне понравилось, как написано. Нету каких-то замудренных слов. Иногда берешь книжку, они тоже красивые иллюстрации, все классно, текста не сильно много. Читаешь и сама ничего не понимаешь, потому что какие-то
на придуманные слова, их чересчур много, потом какие-то имена, вот тут Элла, все легко и понятно, а там бывают какие-то, да, зарубежных, я так говорю, как будто бы, каких-то вот иностранных авторов, особенно если это где-то из Скандинавии, ты вообще не понимаешь, что это за имена. Вот, мне понравилось, чуть-чуть почитала, посмотрим, тут прислушайся, слышишь? Этот ветер шелестит листвой и хочет поведать тебе тайны волшебного леса. Все готово к весне, но куда подевался ее вестник соловей? Ведь без его песен она не начнется. Элла и ее братик Эрик дали обещание хранительнице леса отыскать вестника. Но, оказывается, его ищут не только дети. Да, такая уже сказка, ну, довольно-таки длинная история, можно за несколько ночей. Вечеров, точнее, прочитать, и держит ребенка. Ну, то есть, это не что-то такое коротенькое или просто картинки, а ей будет интересно, что там дальше, да, у нас тоже есть таких пару книг, и с удовольствием она на следующий день, я ее спрашиваю, ты помнишь, что там было, и вроде бы как она вспоминает, да, поэтому... Ну, конечно же, не обошлось без мышонка Тима. Каждый раз у нас одна-две книжечки мышонка Тима. Это мышонок Тим, что вы мне подарите? Любимый Сонин вопрос. А что вы мне подарите? Тут, видимо, про день рождения, как он выбирал себе подарок. Мышонок Тим, One Love. Хотя, повторюсь, иллюстрация не моё, но вот то, как она написана, это, как они написаны, эти книжки, мне очень нравятся. Далее, вот это была запакованная, надо распаковать. Я посмотрела, мне кажется, я про них тоже уже видела, либо мультик, либо что-то. Огрики. Эрхард Диттль. Приключения в космосе. Там целые серии, там и для деток постарше, то есть уже с 6 лет книжки есть. Вот это вот 3 плюс написано. 3 плюс про каких-то огриков, семья огриков, видимо, не знаю. Посмотрите, как прикольно. Вот эти вот. Они так вдавлены и... переливаются. Я вообще хочу, что какие-то книжки про космос. У меня есть парочка занесён. Ой, класс! Мне так нравится все, что связано с космосом. У меня есть пару занесенных книжек. Надо их онлайн почитать. Поискать там не было. Да, вот тут про огриков и космос. Во-первых, блин, не зря взяла. Не могла там ее открыть, посмотреть. Там несколько было серий разных. Огрики идут в детский сад, огрики там что-то еще шалят. Вот тут приключения в космосе. И все были вот в целлофане. Но я не разочаровалась. Очень классные вот такие иллюстрации. Мне очень нравятся. Вот посмотрим. Хотя Соня эту книжку не особо хотела. Но я ей говорю, Соня, это про космос. Говорю, тебе будет интересно. Смотрите, какие темные листы, как раз перед сном читать такое темное все. Сказки малютки, все любимые герои. Это значит сказки в этой книге: Алиса в стране чудес, Белоснежка, Волшебная лампа Аладдина, Гадкий утенок, Золушка, Кот в сапогах, Красавица и чудовище, Красная шапочка, Маугли, Пиноккио, Питер Пен и Русалка. Только сокращенные какие-то версии для малышей. Ну вот, например, я не знаю. Вот такие вот тут. Картинки тоже довольно-таки яркие. Тоже не совсем мой любимый стиль иллюстрации, да, как-то вот так, что ли, ну, типа, вроде как красиво, ярко для деток. Ну, вот как-то, как будто бы стандартно, как будто нету вот авторского этого, авторской узнаваемости какой-то. Вот у Акселера Шефлера я сразу узнаю книги. Они, конечно, тоже на любителей эти... иллюстрации. Но мне даже вот такие больше нравятся, чем вот такие. Ну вот, например, «Алиса в стране чудес». Мне кажется, для ребенка, саму, если эту книжку брать, для Сони, для 4 лет еще как-то рановато. А это должно быть сделано как раз... Ой, яйца сварились. Для таких, как она. Алиса читала книжку, лежа на лужайке, и тут мимо нее промчался белый кролик в жилете с карманными часами. Тот прекрасный сад, по которому бегает... Надо, кстати, сравнить. Представьте, если это нет, и просто это эти сказки, потому что так у нас парочку есть. Жилбурка, нет, вот оно как-то написано очень так просто. Ты же готовилась напасть, но увидев красивые чистые глаза, ты не смог причинить ей вреда и отпустил. Да, это, мне кажется, укороченные сказки. Питер Пен бы сюда не поместился с...
для детей до 3 лет. Ну, мне, ну, до 3 это что-то рано, прям они загнули. И про русалку. Так, далее. Любимые мои Джулия Дональдсон и Аксель Шефлер. Любимая книга Чарли Кука. Тоже она была запакована. Ой! Мне нравятся их иллюстрации. Они такие яркие, но такие прям у них насыщенные цвета, такие темные, темно-яркие. У Акселера Шефлера. Я его ни с чем не спутаю, вот эти коты, он их одинаково рисует. Уселся в кресло Чарли Чук, вот этот самый мальчишка. Покой и тишина вокруг, в руках любимая книжка. Как уютно. А в книжке тонет пиратский фрегат, видать, пробоина в днище. И шкипера за борт отправить хотят, без шлюпки, питья и пищи. Но капитан по прозвищу Крюк добрался до островка, и выкопал из-под земли сундук и книжку со дна сундука. А в ней 3 медведя заходят в дом, дарами леса нагружены, и видят в доме все вверх днем, и нет половины ужина. Ой, мама, сюда, ой, папа, скорей, зовет родителей Мишка. Чужая девчонка в кровати моей, и у нее моя книжка. А, я так думаю, тут про с разных книжек все в одной. Как-то вот еще и в стихах. Вай-вай-вай, как интересно. Доктор Фостер, крокодил. И космос, и все. Ох, и принцесса, все на свете. Класс. И Джулия Дональдсон в стихах, и перевод такой классный. Мне нравится. Дальше. Чтобы спасти планету, понадобится суперракета. Посмотрите, здесь она. И там нарисовано, просто хочется увеличить, разглядывать, посмотрите, по этажам. Пристегнули ремни, 3, 2, 1, пуск! Айви не просто маленькая изобретательница, она может собрать из подручных материалов все, что угодно, даже ракету. Отправившись в космическое путешествие, девочка попадает на планету, полностью заваленную мусором. Инопланетяне просят Айви помочь им найти новый дом почище. Но есть решение гораздо лучше. Увлекательная история о важности экологии. И еще огромная ракета внутри. Блин, она... Так классные иллюстрации вот эти. Они такие гладкие, глянцевые. А сама книга матовая. Смотрите, какая красота внутри. И лабиринты. И ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие-то кошечки, собачки что-то бегают, что-то делают. Классно. Ой, я такое люблю, люблю такие иллюстрации. Супер. Гром-тролль и яблочное пюре. История для малышей. Где-то за лесом немного прямо, потом налево и еще 2 раза направо живет маленький тролль. И все у него прекрасно. Птички весело шебечат, вокруг зеленеет травка и распускаются цветы. И живется ему не скучно. Маленький тролль вместе с друзьями устраивает пикники, уплетает яблочное пюре, играет в мяч, а еще пускает кораблики в ручейки и строит шалаш. Но иногда он превращается в бушующего гром-тролля. Тоже посмотрите, как интересно. Мы, кстати, с Соней посмотрели мультик про троллей. Ну, там, конечно, не этот тролль был, другие. Так нам понравился и ей, и мне. Ну вот, будем читать. Тоже иллюстрации куча. Дальше. Единорожки. Соня любит единорогов. Вот мне попалась книжка. Добрые сказки. Тоже для малышей. Добро пожаловать в волшебный мир единорогов. Они живут в хрустальных дворцах, дружат с детьми и даже ведьмы могут помочь исправиться. В этой книжке вас ждут добрые короткие сказки о единорогах. Они для тех, кто верит в чудо и готов сам творить чудеса, пусть даже самый маленький. Мне понравилось начало. Долгие годы люди думали, что единороги живут в удивительном и загадочном запретном лесу. И как туда попасть, неизвестно. Но это неправда. Мы, единороги, живем повсюду. Просто мы очень скромные и пугливые, поэтому хорошенько прячемся от непрошенных гостей. Чтобы нас найти, нужно просто уметь искать. И, конечно, очень этого хотеть. Да, про единорожек. Разные сказки. Соня одобрила.
Так, еще три. Кто подружится с совой? Колыбельная для непосед. Смотрите, какие картинки. Очень приятные тона. Прям для вечерней сказки, действительно. И тут про совенка. Видимо, с ним никто не дружил. В стихах. Одно не получается, хотя они стараются, но смогут ли подружки квакать, как лягушки? Далее, страшно сладкая история. Это у нас первая из серии арт-книга, написанная известным филантропом Екатериной Самойльниковой. Умеет видеть мир на стыке сказки и современного искусства. Мальчик Санька – страшный любитель сладостей и вредной газировки. Однажды он попадает в волшебную планету, где живут забавные монстрики-сладкоежки, у которых постоянно болят животы и портятся зубы. Как Санька помог страшилам и изменил свои собственные привычки, мы узнаем в этой удивительной истории о современных детях. И тут, конечно, он действительно современный арт. Это вот планета, на которую они попали. Она была полностью белая. Белые деревья, белая трава. Все в ней было белое, короче. А так начинается она вот цветная. Посмотрите на эту маму, этого мальчика. Я решила для разнообразия взять. Почему нет? Что-то такое нестандартное, нестандартные рисунки. И мне показался интересным сюжет. О, страшно сладкая история. Ну, класс. Посмотрите на эту мордашку. Эмилия Уюбак, год в лесу. Тут без слов, просто месяца, да, все 12 месяцев. Ну, вот есть какие-то в начале животные, описания их. А так, вот, значит, январь. И дальше вот показывает, вы можете с ребенком рассматривать, что в январе, потому что он меня спрашивает, когда Новый год. Я говорю, ну смотри, у нас сейчас сентябрь, потом будет октябрь. Рассказывает, что это за месяц, что это осень, что потом вот будет зима. Она говорит, и потом будет снег, и мне кажется, с помощью этой книги мне будет удобнее ей рассказать и объяснить времена года, и когда же будет Новый год. Февраль, вот потом настает март, снег тает, да, вот апрель и так далее и тому подобное. Вот, и каждому месяцу можно ей, во-первых, наглядно показать, что происходит, какой месяц. Очень много тут всяких, что можно рассмотреть, да, там проговаривать с ней, вот червячки бегут туда, птички их едят, расцветают цветочки, пчелы собирают мед. Мишка собирает пчел. Пчелы не мед собирает, а... Ну, вы поняли. Вот, и также можно рассказать, что вот в этом месяце, да, в этом месяце там у мамы день рождения, в этом месяце у тебя. Мне кажется, будет интересно. А вот здесь будет Новый год. Вот, вот такие вот книжки. Сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 книг, так что я вот эти сейчас уберу, поменяю на эти, будем читать новое. И себе я взяла 3. Я вообще не поняла, почему вот эти 2, они шли в связке, запакованные вместе. И когда я распаковала, она еще каждая отдельно была запакована. Я думала, что это как первая серия и вторая оказалась, я распаковала. Ну, вообще оказалось, что сбоку можно было прочитать название и автора. Значит, первое это Чарльз Буковский «Голливуд». Хотя мне книга, я читала Буковского, «Почтамт» мне вообще не зашла. Ну, думаю, что шанс ему надо дать. Вроде как он такой неплохой писатель. Обычно фильм снимают по книге, и только Буковский мог написать пародию на фильм, снятый по его же книге. Окей. «Я никогда не считал писательство трудом», — говорит альтер-эго Буковский Генри Чинаски. «Но сценарное дело имеет свои тонкости, и герой романа, известный бунтарь, еще пободается с режиссерами, продюсерами и собственным талантом. Голливуд — земля чудес и надежд. Приносит писателю славу, деньги, тусовку со звездами кино. Но и становится причиной разочарований, огорчений и тяжелого похмелья». И вторая серия абсолютно другого автора. Ричард Бротиган, я даже не знаю, кто это. Капец. Ну ладно, будет. «Лужайки на месть» и стоит даже 18+. «Я просто жду, а ждать можно как угодно, потому что все ожидания в мире похожи одно на другое». Ага, в 84-м он умер. Американский прозаик и поэт, знаковая фигура, контркультуры 60-70-х годов.
Очень трудно жить в Сан-Хосе, в ателье с мужчиной, который учится играть на скрипке. Вот все, что сообщила она полиции. Отдавай им револьвер с пустым барабаном. Это и другие не менее яркие и парадоксальные зарисовки живут на страницах сборника рассказов «Лужайки на месть». А потом вас поджидает исторический роман «Аборт». О круглосуточной библиотеке, служитель которой принимает только неопубликованные рукописи всех писателей. А до выхода из книги вас проводит повесть «Чтобы ветер не унес все это прочь». История роковой ошибки, когда вместо гамбургера были куплены патроны для пистолета. Вау! У меня аж мурашки прошлись по коже. Прикольно. Да, вот это все здесь, в этой книжке. Ну, да, слушайте, да мне даже больше понравилось, чем вот это. Хотя я брала это. Позволь же, я буду тебя называть Маркиза де Сад. Маркиза де Сад. Такая песня есть. Ну, я думаю, явно она... написано по этой книге, этому автору. Маркиз де Сад. 120 дней Содома. Не раз вам об этом рассказывала. Я смотрела фильм, но так на перемотке. Мега противный. Но мне интересно прочесть эту книгу. Я смотрела на перемотке и офигевала. И это было очень давно. Вот сейчас уже в моем возрасте мне бы хотелось еще раз к этому вернуться, не знаю почему. Я слушала его биографию. Вот эта книга была написана в психиатрии, ну, в психушке. Литературная судьба оказалась к Маркизу де Саду одновременно и необычайно благосклонной, и необычайно жестоко. С одной стороны, о нем слышали даже те, кто и в руках не держал его книг. С другой же, скандальная слава этого человека раз и навсегда затмила истинное лицо Маркиза де Сада, едкого и извительного сатирика и парадоксального философа, использовавшего в своих произведениях откровенную эротику как крючок, цепляющий читательское внимание. А Маркиз де Сад написал «120 дней Содома» за 37 дней. 1785 года, а споры вокруг этого текста не утихают уже третье столетие. Однако, вот что интересно, уже в начале 20 века, когда роман был наконец издан и немедленно запрещен в большинстве стран, началось его серьезное изучение литературоведами, интуитивно почувствовавшими, что не все с этой сенсацией. Я не могу читать вслух. Я, кстати, иногда пробую читать вслух, и я понимаю, что, ну, я тогда страниц 10 сейчас читаю, мне тяжело про себя. Я когда читаю, ну, наверное, я не так четко выговариваю слова, проглатываю, может, окончание, просто пробегаюсь. Но вообще, если вы хотите развивать речь, то просто читать книги бесполезно. Ну, их нужно читать вслух. Значит, началось его серьезное изучение литературоведами, ура! Интуитивно почувствовавшими, что не все с этой сенсационно-скандальной книгой так просто, как кажется. Что же, собственно, такое 120 дней Содома с ее стилистическим изощренным построением и сухим каталогом преступлений в финале? Величайшая, самая циничная литературная черная шутка в истории человечества, мрачный политический памфлет, эффектно закамуфлированный под жестокую кровавую эротику, или просто первый звоночек безумия, все ближе подступавшего к автору, закончившему свои дни в клинике для душевнобольных. Твердого ответа на этот вопрос все еще нет. Книга содержит нецензурную брань. Сжечь. Короче... Да. Буду читать. Это мы уносим. Так. Я тут делала, обновляла маникюр. Опять такой, хотя в этот раз хотела сделать что-то темное, но это так легко, это так просто, и мне это стало нравиться. И плюс с темным мне сейчас пришлось еще дольше сидеть, потому что тут
не нужно особо выпиливать форму, ты просто стрижешь по своей форме и полируешь, и все. А так бы надо было бы выпиливать форму, а потом этим черным цветом, сначала кисточкой, потом тоненькой, так, чтобы никуда не затекло. Это еще дольше. И в итоге я даже педикюрчик сделала, такой естественный, но педикюр мне немного странно как-то видеть такие голые ноги, непривычно. Ну, лето закончилось, ножки могут и отдохнуть немножечко. Я думаю, что на этом я буду с вами прощаться, потому что время уже позднее, я иду спать. Влог я сделала. Сейчас вот тут все это уберу. И все. Всем спасибо за просмотр. Завтра, кстати, если получится, я не знаю, мне завтра просто придет знакомая, но я просто заказала XX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 L посылку Зары. Реально огромная. Там 4 посылки, нет, 5, 5 еще придет. То есть это все один заказ в 5 посылках, огромных коробках. Столько там прикольных вещей было. Давай, я сейчас стою, вот уже похолодало, и каждый раз я перед шкафом стою, думаю, а что надевать? У меня одни футболки. И все. И вот такие вот обычные базовые кофточки с рукавом. Ну, есть верхняя одежда какая-то, да. Я там покупала пиджачки, там джинсовые, да. Но мне уже холодно, футболки и джинсовки. Надо какие-то свитерки, надо какие-то кардиганчики. В общем, надо уцепляться. Я заметила, последние дни у меня что-то с речью. Я не могу нормально выговаривать слова. Или я их забываю, или, если вспоминаю, не могу выговорить, что это такое. Ладно, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Мы увидимся в следующем видео. Всем пока!